Когда-то давно сражалось говно с мочой, ладно. Undertale. Добро пожаловать, друзья, с вами я, Нашимара, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы играем в игру под названием Undertale. Мы продолжаем в ней играть. Мы дошли до Жаркоземья. И тут мы сохранимся, видя такую странную лабораторию в таком странном месте. Вы наполняетесь решимостью. Так, мы пока сюда вообще ходить не будем. Пока тут лаборатория и всякое дерьмище. Мы будем ходить пока смотреть, что у нас доступно. Тра-ла-ла, я лодочник. Или лодочница. Не так уж это и важно. Я люблю плавать на своей лодочке, не желая присоединиться. Поплыть на лодочке, да? Да. Куда мы сегодня направимся? Снежноград в водопаде. Давай сначала в Снежнограде, там посмотрим, что изменилось. Вот. В прошлой серии мы играли там что-то вот, с рыбой сражаться, но я ее смог победить и... Приходи еще, тра-ла-ла. Ну и, короче, вот так я с такой рожей все это проходил. Ладно. Так. Ах, что за чудесный стук? Может, если я не буду отвечать, я услышу его снова? Мне как-то все равно. Так, вы что-то поменяли в диалоге? Может, я попробую разок нахмуриться? Нет, я не могу этого сделать. Не, прикольно. Так, здесь ничего не изменилось. Грилл предлагает налить стакан воды, хотя делать этого не торопится. То же самое, походу. Но мы можем сейчас, наверное, зайти к Папирусу. Папируса дома нету. Значит, где-то шляется. Так, мне захотелось еще посмотреть всякие штуки. Холодно. Ну, чтобы отбитый Undyne, там, может, скрипты какие-то появились, это типа... Еще раз пройдемся. Привет, Санс. Что, впервые видишь парня, работающего на двух работах? К счастью, две работы означают в два раза больше перерыв. Я иду к Грилби, хочешь со мной? Да. Ну, если настаиваешь, придется мне оторваться от своей работы. Сюда, я знаю короткий путь. Лол! Я не знал, я... Вот мы и здесь. Привет всем! Эй, Санс, привет, Санс! Приветствую, Санс, приветик, Санс! Эй, Санс, разве ты не завтракал здесь несколько минут назад? Не, я не завтракал, по крайней мере, уже полчаса. Ты, наверное, путаешь с полдником. Ха-ха-ха-ха, ебать. Сюда, устраивайся поудобнее. Упс, смотри, куда садишься, на пердел, пердуна. Иногда сработала игрушка пердушку, он туда ее положил. Иногда шутки могут подкладывать подушки-пердушки. Ну ладно, давай что-нибудь закажем. Чего хочешь? Фри или бургер? Бургер. Эй, звучит вполне неплохо. Грилби, нам два бургера. Он сейчас чесал расческой свои волосы? Ой, волосы. Это ж череп. Охренеть. Скажи, что ты думаешь о моем брате. Крутой. Конечно же, он крут. Ты бы тоже был бы крутым, если бы носил такой наряд каждый день. Он снимает его только в случае крайней необходимости. Ну, по крайней мере, он его стирает. И под этим я подразумеваю то, что он ходит в нем в душ. Ха-ха, в душ ходит в одежде. А вот и еда. Хочешь немного кетчупа? Давай. Бон аппетит. Типа костлявого. Ну, типа bones. Bone. Типа кости на английском. Вы наклоняете кетчуп, крышка падает, и весь кетчуп из бутылки вываливается на вашу еду. Хрена себе шутка. Упс. Эй, забей, можете взять мою порцию. Я все равно не голоден. Неважно, крутой или нет, но согласись, Папирус упорный. Посмотри только, как он старается стать частью Королевской Стражи. Однажды он отправился к дому главы Королевской Стражи и умолял ее, чтобы его приняли.
Разумеется, она захлопнула дверь перед ним, потому что была полночь. Но на следующий день она проснулась и увидела, что он все еще ждет. Поняв его преданность, она решила взять его на воинское обучение. И оно им все еще продолжается. Сколько лет оно длится? Ах да, я хотел спросить тебя кое о чем. Ты когда-нибудь слышал о говорящем цветке? Да. Значит, ты все знаешь. Эхо-цветок. Они растут по всему болоту. Скажи им что-либо, и они будут повторять это снова и снова. Чем они интересные? Ну, однажды папирус рассказал мне кое-что интересное. Иногда, когда никого нет рядом, появляется цветок и шепчет ему что-то. Лесть, советы, поощрение, пророчество. Странно, да? Кто-то, наверное, пользуется эхо-цветками, чтобы подшутить над ним. Гляди в оба, хорошо? Спасибо. Такой разговоры в баре, чётки. Что ж, это был долгий перерыв. Я не могу проверить... не могу поверить, что дал тебе оторвать меня от работы так надолго. Блин, я неудобно читать с двух экранов. О, кстати, у меня не гроша, можешь оплатить наш счет. Всего лишь 10 тысяч монет. Нет. Шуткую. Грилби, запиши это на мой счет. Кстати, я хотел сказать что-то, но я забыл. А гамбургер? Грилби опять ничего не хочет говорить. Грилби говорит, что твоя еда уже отстыла. Я не могу ее поесть, я не могу свою еду поесть. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла, 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 ла. Это почтовый ящик, переполненный прочитанным спамом. На почтовом ящике написано «Папирус». Заглянуть внутрь? Да. Он пустой. Никто не пишет письма ему на Facebook и Twitter. Ну, папирусу. Так, господи, где этот папирус? Блин. Засел, наверное, в сортире. Закрыто изнутри. Изнутри? Что? За водопадом скрыта камера. Чё? Вроде здесь должна быть какая-то секретка за водопадом. А, вот она. Вот она. Мы нашли... На земле лежит балетная пачка. Возьмёте ли вы её? Да. Вы получили старую балетную пачку. Теперь открываем вещи. Балетная пачка использовать. Вы экипировали балетную пачку. Классно. Старая балетная пачка. Защита 10. Ну, наконец-то хоть что-то полезное. Пройдем еще эту головоломку. Я вроде не проходил ее, когда у меня отключался компьютер. Просто так, прикинь, отключился компьютер. Я не мог ничего сделать. Хакеры из ЦЕРН постарались. Они узнали, что я создаю машину будущего. Брошенный пирог лежит под этой скамейкой. Возьмете ли вы его взять? Вы получили брошенный пирог. Вкусно. Старый плесневелый пирог похавать. Я просто не был готов к ответственности. За водопадом что-то есть. Вот мне действительно интересно. А вдруг там что-то есть за водопадом? Так. Ничего. Облом. Так, нам надо найти деревню Тэмми, которую я хотел еще сколько там, миллионный раз посмотреть. Жвачка. 3 монеты за переправу. Запрыгивай. Что за хрень? Спасибо за то, что проходили по моему лицу. Вот 3 монеты. Вы получили 3 монеты. Чего? Что? Я не... Это... Переправа через все это, Этот кусок сыра лежит здесь так давно, что оброс магическим кристаллом. Он прилип к столу. Понятно, я это все видел.
Так, мы продолжаем. Мы ходим тут, гуляем. Так, еще один санс. Я подумал об открытии телескопного бизнеса. Знакомый, это бесплатно, что скажешь? Харенос 2. Не надо мне ничего. Возвращайся, когда захочешь. О нет, опять это Тони Сан. Слыхал, ты вернулся. Я расскажу тебе большой секрет. Я собираю группу, слыхал? Она называется Red Hot Chibi Peppers. Пока у нее есть только название. И я не умею играть на инструментах или петь. В общем, как думаешь, она прославится? Ну, в принципе. Да, я тоже. Отстань от меня. Пришибался. Я не могу с ним разговаривать, так что... Хрен его знает. Так, пианино. Тут мы артефакт находили. Вообще ничего нету. Как же красиво, блин, я обожаю. Блин, в этой игре такой дождь красивый. Так капает. Опа, здорово. После твоей игры мышцами я много думал о разных вещах. Например, о игре мышцами. Ага, как? Слышь, помоги мне. И игре мышцами. И игре мышцами. Эй, ты слышишь? Помоги мне, я тут не могу забраться. И игре мышцами. Блядь. Возвращаться придется. Сука. Зонтиком иду я. Ничего не вижу. Зонтиком иду я. Ля-ля-ля-ля-ля. Да что ты? Ты слыхал? Эй, мне больше ничего сказать. Отстань от меня. Привязался, блин. Говнюк. Так, ну ладно. У нас есть уточка, которая нас переместит на следующую сторону. Уточка, 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 утя, 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 утя. Где же моя уточка? Эта маленькая уточка хочет... Разъебать тебе лицо, блядь. Эта маленькая птичка хочет перенести вас. Принять предложение. Полетать. Хо! Смотри-ка! Как птичка летает. Давай! Ты сможешь! Офигеть! Птичка-герой! Офигеть, когда маленькими крылышками может меня приносить? Жесть. Птичка-супергерой. Все, давай, пока. Спасибо. Ёб твою мать, что ты тут делаешь? Ого, а вот и человек. Ты готов позависать, Сэндайн? У меня есть план, как сделать вас друзьями. Хотите позависать? Да. Хорошо, держись позади меня. Кэпс. Обязательно дай это ей. Она их обожает. Привет, Папирус. Готов к своей приватной тренировке один на один? Еще как готов. И я привел друга. Привет. Не думаю, что мы... Почему бы вам двоим не войти? Понятно. Вот. Андайн. Мой друг сделал подарок для тебя своими руками. Спасибо. Я... положу его к остальным. Ни хрена себе там костей.
Итак, мы готовы начать. Ну, опаньки, я только что вспомнил. Мне нужно сходить в уборную. А вы двое развлекайтесь. Пока! Понятно, свалил. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Я так растерян. Я не знаю, что делать. Я один в комнате с женщиной. А, я ребенок. И я девочка. А зачем ты сюда пришел? Чтобы ткнуть своей победой мне в лицо? Чтобы дальше меня унижать? Это так? Нет. Тогда почему ты здесь? Погоди, я поняла, ты думаешь, что я стану дружить с тобой? Да? Верно? Да. Правда? Как очаровательно, я согласна. Давай все будем кувыркаться в полях дружбы. Нет. С чего бы мне вообще дружить с тобой? Если бы ты не был бы моим гостем, я бы избила тебя прямо сейчас. Ты враг всех наших надежд и мечтаний. Я никогда не стану твоим другом. А теперь проваливай из моего дома. Блин, какая жалость. Мне казалось, Андайн сможет подружиться с тобой. Но я думаю, что переоценил ее. Такой вызов не для нее. Вызов? Что? Папирус, погоди. Черт, он думает, что я не смогу дружить с тобой. Ха, вот это шутка. Я могу заводить дружбу с таким неудачником, как ты, хоть каждый день. Я покажу ему. Слушай, человек, мы не просто будем друзьями. Мы станем самыми лучшими друзьями. Я заставлю тебя любить меня так сильно, что ты больше не будешь способен думать ни о ком другом. Я засуну эту дружбу тебе в задницу. Это идеальная месть. Почему бы тебе не пересесть и посмотреть Гачимучи? А-а-а, свидание, свидание! Блин, клёво! Ля-л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 я
приземляется. Пианино. Как-то раз друг Альфис нанес мне визит. Все, что он делал, соблазнительно лежал на пианино и кормил меня себя виноградом. Мне не очень-то нравится этот парень, но я восхищаюсь его жизненным стилем. Друг Альфис. Все мы знаем, что это за друг. Хочешь посмотреть мою комнату? Фигас 2. Ботанам вход вас запрещен. Ну, может быть, некоторым ботанам и можно. Так. В раковине стоит чашка в форме рыбы. Заглянуть в ящик с костями, да. Пёс. Что ты там делаешь? Это духовка, флагман линейки штуковина ТМТТ. Но, знаешь, несмотря на все эти техноизыски, нет ничего лучше домашней еды, сделанной с помощью огненной магии. Хи-хи. Ящик для столовых приборов. Здесь есть вилки, ложки, ножи. Крошечные мечи, секиры, копья, нынчаки. Пушки, гиперзвуки. Ненавижу холодную еду. Так что Альфис переделала мой холодильник, чтобы он грел еду. Теплодильник. Величайшее изобретение в мире. Теплодильник. Люди отстой, но их история это что-то. В частности, это гигантский меч. Согласно истории, люди носили мечи в 10 раз больше их самих. Верно? Ложь. Фу, ты лжешь. Я прочитала коллекцию книг Альфис про человеческую историю. Я знаю все о ваших гигантских мечах. Ваших огромных роботах для сражения с пришельцами. Ваших сверхъестественных принцессах. Хе-хе, у тебя не получится меня одурачить. Чё? Не поняли, что это отсылка к манге? Что человечество там читало мангу, а Альфис это, типа, чувак, который... Ну, чувиха, чувак. Она путает просто. Чувиха, которая читает мангу. И она увидела там, где чуваки с огромными мечами, всякими там принцессками. Это все из манги. Японская. Так, столик. Мы еще столик не посмотрим. Сесть и продолжить. Да. Удобно. Я достану тебе что-нибудь попить.
как мило все. Ты посмотри, какая уютная атмосфера. Все здесь, чего желаешь? Че, охуел? Не вставай, блядь. Ты гость, я сядь и получай удовольствие. Звездюк. Почему бы тебе просто не показать, на что ты хочешь? Ты можешь использовать копье. Горячий шоколад. Ах, ты хочешь горячего шоколада? Подожди. Я только вспомнила, этот контейнер пустой. Я перестала наполнять его, потому что это было морковкой. У Асгора в бороде постоянно затревал кефир. Лимонад. О, лимонад. Хоть ты и указал на него, ты не выглядишь очень счастливым. Это нормально. Я тоже думаю, что лимонад противный. От него гниют зубы, от него гниет разум. От него гниет твой боевой дух. Почему она у меня есть? Это сахар для чая. Я не дам тебе чашку сахара. Ты за кого меня принимаешь? За мороженницу? Разве они терроризируют человечество энергетическими копьями? А их песенки случайно не прелюдия к разрушению. Это так? Да. Что? Правда? Круто! Чай. Чай? Да. Скоро будет готово. И все-таки ложку положила. И лимонад. Че ты делаешь? Нужно немного времени, чтобы вода закипела. Ну быстрее! Я уже чай хочу! Хорошо, теперь все готово. Сахар. Что она там? Лимонад, кофе, сахар, все это добавляет. Вот так вот. Как вообще кружка держится на столе? Она типа должна сползти вниз. Осторожно, он горячий. Он не настолько горячий, просто выпей его уже. Вы сделали глоток чая, это кипяток. Но несмотря на это, он весьма хорош. Вкусно, так ведь? Все лучшее для моего абсолютно драгоценного друга. Эй, знаешь, немного странно, что ты выбрал этот чай. Чай золотого цветка. Это любимый чай из гора. Хотя, если подумать, ты немного напоминаешь мне его. Вы оба абсолютные слабаки. Отчасти. Жаль. Ты знаешь, я была весьма вспыльчивым ребенком. Когда-то, чтобы доказать свою силу, я попыталась сразить Асгора. Акцент на «пыталась». Я даже ударила, нанеся ему... Даже удара не смогла нанести ему. И что еще хуже, все это время он не сопротивлялся. Я была так унижена. После этого он извинился и сказал мне что-то дурацкое. «Прошу прощения, ты хочешь знать, как победить меня?» и типа того. Я сказала «да». И с тех пор он тренировал меня. В один день, во время тренировки, я наконец смогла сбить его с ног. Я чувствовала себя плохо. Но он весь сиял. Никогда не видела, чтобы кто-то гордился тем, что ему надрали задницу. Но, короче, он продолжал тренировать меня. И теперь я глава королевской стражи. Поэтому именно я учу всяких чайников драться. Типа... Пабируса. Понятно. Но, если честно, не знаю, смогу ли я сделать Папируса частью королевской стражи. Не говори ему, что я сказала. Он просто... Он, в смысле, он не такой уж и слабый. Вообще-то он офигительно слабый. Сильный. Дофига сильный. Просто он слишком невинный и хороший. Ну просто глянь, он должен был взять тебя в плен, а вместо этого он в итоге с тобой подружился. Я бы никогда не отправила его сражаться. Его разорвут на маленькие улыбающиеся кусочки. Отчасти поэтому я начала учить его готовить, понимаешь? Так что, может, он сможет связать свою жизнь с чем-нибудь еще. О, извини, я говорила так долго. У тебя кончился чай, не так ли?
Я сделаю еще. Секундочку. Папирус, его урок кулинарии. Он должен был быть здесь прямо сейчас. Если его здесь нет, значит тебе придется дваться за него. Эй, урок кулинарии от Undyne. Тик-тик-тик-тик. Верно. Ничто так не сближаешь меня и папируса, как готовка. Это означает, что если я дам тебе урок, мы станем ближе, чем ты когда-либо мог себе представить. Ха-ха-ха. Страшно, мы станем лучшими друзьями. А, положила сюда. Давай, начнем с соуса. Хуяк. Представь, что это овощи твои заклятые враги. Сейчас выбей из них дурь своими кулаками. Как вы хотите ударить? Легонько. Вы нежно гладите овощи. О боже мой, прекрати гладить врага. Я покажу тебе, как это делается. Ня-ха-ха! Хуяк! Да уж. Мы просто наскребем его в миску попозже. А сейчас... Мы добавим лапши. Домашняя лапша самая лучшая. Но я просто покупаю магазинную. Так что дешевле всего. Ня-ха! Просто положи ее в кастрюлю. Как вы ее положите? Аккуратно. Вы выкладываете макароны по одной за раз. Они со звоном ударяются в пустое дно. Здорово! Отлично! Настало время перемешивать пасту. Главное правило. Чем больше мешаешь, тем лучше. Готов? Давай начнем. Сильно мешать нельзя. Уф, дай сюда. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Да мы так ни еду не приготовим, что это за бред? Вот это я понимаю. Отлично, теперь заключительный этап. Прибавь жару. Пусть плита символизирует твою страсть. Пусть твои надежды и мечты превратятся в пламенный огонь. Готов? Ну, держи, ничего в себе. Право. Влево, глупыш, влево. Чтобы включить плиту. Еще! Уф, дай сюда! Хуяк! Ни хрена себе! Сожгла все! Охренеть! Ох! Черт! Неудивительно, что папирус отстойно готовит. Что дальше? Скраббургинг? Браслеты дружбы? Эх, кого я обманываю? Я правда все испортила, не так ли? Я не могу заставить тебя любить меня, человек. Некоторым просто не дано гладить друг с другом. Я пойму, если ты такого же мнения обо мне. И если бы... Если мы не сможем стать друзьями, все в порядке. Потому что если мы не друзья... Это значит, я могу уничтожить тебя без всякого сожаления. Я была повержена, мой дом разрушен. Я даже не смогла подружиться. Вот и все. Мне все равно, что ты все еще мой гость. Последняя битва, которая решит все. Только так я смогу восстановить свою честь. Ну давай, бей меня всем, чем сможешь. Ударить понарошку. Вы сделали вид, что замахиваетесь на Undyne со своей силы. Чего? И это все, что ты можешь? Даже атакуя в полную силу, ты просто не можешь набраться решимости ранить меня, да? Знаешь что? На самом деле, я тоже не хочу драться с тобой. Поначалу я ненавидела так тупую слащавость, но... То, как ты меня сейчас ударил, это напомнило мне кое-кого, с кем я тренировалась. Теперь я знаю, ты не просто бесхребетный лузер. Ты бесхребетный лузер, но с большим сердцем. Совсем как он. Послушай, человек. Похоже, что вам со Сгором суждено сразиться. Но зная его, он, наверное, не захочет. Поговори с ним. Я уверена, ты сможешь убедить его отпустить тебя домой. Когда-нибудь какой-нибудь плохой человек упадет сюда, и я заберу его душу взамен. Вот и все. Верно. Но если ты навредишь Асгору,
Я возьму человеческие души, перейду барьер и выбью из тебя всю дурь. Для этого друзья и нужны, так? Конечно, для этого друзья и нужны. Дружба, животик. А теперь сваливаем к чертям из этого пожарища. Что ж, было весело, да? Мы обязаны потусить вместе еще как-нибудь. Но, наверное, в другом месте. В ближайшее время, думаю, я буду тусить с папирусом. Так что, если понадоблюсь, заскочи в Снежноград, окей? И если когда-нибудь понадобится помощь, просто позвони папирусу, ага? Раз уж мы в одном и том же месте, и я тоже смогу поговорить. Что ж, увидимся, шкет. Понятно. Дом горит, манекен оставил, все, конец. Конец, жопа полная, жопка. Вы ощущаете успокаивающую безмятежность, выполнив решимостью. Так, продолжаем. Что тут еще можно? К нас то блоку пойти. Продолжу-ка я работать. Так, ну тут вообще ничего не изменилось. Так, паучья распродажа. Что она тут делает? Паутина. В ней флаер на распродажу выпечки. Я в водопаде проездом из города. Совпадение? Дочь моих соседей примерно твоего возраста. Ее имя Сьюзи. Я чувствую, что вы должны подружиться. У тебя соседское благословение. Ня. Типа того. Так, продолжаем. Ничего тут нету, ничего тут нету. Продолжаем ходить. В принципе, на нас никто не будет здесь нападать, потому что мы всех пощадили. И как в геноциде, если мы всех убиваем здесь на карте, то... типа все исчезают. Так, ну, самое главное, мне интересно найти деревню Тэмми, она где-то... где-то находится. Где-то... не помню где. А, вот она, вот она, вот она, деревня Тэмми, обожаю эту деревню Тэмми. Привет, добро пожаловать в деревню Тэм. Привет, я Тэмми. А это моя подруга Тэмми. Привет, я Тэмми. А это моя подруга Тэмми. Привет, я Тэмми. Не забудь мою подругу. Тэмми. Привет, я Боб. 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 Недавно он был Тэмми, но сейчас он Боб. Богатая история, Тэм. Блин, как круто. Открыть сундук. Да. Но тут ничего нету. Вы чувствуете, что что-то выполнили решимостью. Классно. Тэм смотрит за яйцом. Яйцо вылупится. Тэм гордый родитель. Прикольно. Люди такие. Такие милые. А, ты тоже милая. О, господи, что это за... что это вот это вот такое? Тэм, слышала, что у людей аллергия на Тэм. Все, а ты понимать? У Тэм тоже аллергия на Тэм. Что? Привет, добро пожаловать в магазин Тэмми. Сказать привет. Привет, я Тэмми. Какая из них? Узнать получше. Привет, я Тэмми. История Тэмми. Мы тем имеем богатую историю. О лавке. Я иди в магазин Тэмми. Иди в магазин Тэмми. Особенно она неразговорчивая.
животные такие тыми. А там еще задрихает собака Тоби Фокса. Всякие варежки, косточки, блин, зелья. Универтем. Купить. Тем на колледж. Ни хрена себе 1000. Колледж тем нужен высшее образование. Лечит 2 ОС. Скидка на еду тем. Еда тем. Хлопья. Еда тем. Дорогая. Дорогая еда. Агась. Вай, сумка переполнена. Ну ладно. Вай. Блин, реально обожаю. Вы съели хлопья тем. ОС использованы до предела. Блин, я хочу 200 монет, чтобы купить тем на колледж. Чтобы ее послать, чтобы они не говорили вот так. Ла-ла. Так, это мусор. Я, пожалуй, одни хлопья остану. Оставлю. В принципе, тут надо просто насобирать 1000 монет, чтобы кинуть тем в колледж. Вот так. Сядь ее рукой. Кинуть в баскетбольное колечко. Вот. Ну и все. В принципе. Так, далее идем. Мы должны здесь еще активности посмотреть, которые мы еще не смотрели. Что такое путь пацифиста, да? Мы типа не видим всякие штуки, которые мы еще не... Мы должны все активности посмотреть. Ибо мы крутые. Давай еще сюда направо пройдем. Пустах, какая хрень. Ты же не расскажешь моим родителям об этом, да? Что они в кустах там делали? Ты бы рассказываешь что-то родителям. Та-там, там-тарам, тарарам, там-там, там-тарам, там-там, там-тарам, тарарам, ча-ча-ча-ра-ра-ча. Опа, здорово. Вах, нынешние монстры совсем не ценят особенности головоломки. В наши дни головоломки ничто, кроме лазеров и движущих блоков. Ба! В этом нет никакого искусства, бессмысленной халтуры, запрограммированная ерунда. Покажи мне что-нибудь, что испытывает глубочайшие грани моего разума. Ты молод, ты еще не безнадежен. Вот, попробуй решить эту блоку, толкающую головоломку. Что? Что ты творишь? Ты все неправильно двигаешь. Забудь, это поколение совершенно безнадежно. Как ее предназначение? Да. Это тупая головоломка. Так, идем дальше. Мы сохраняемся. Воюющий ветер утих до легкого бриза. Это придает вам решимости. Так. Погранпуст. Санса. Ничего нету. Кулер с водой. Взять стаканчик воды. Давай. Та-там. Там-тарам. Вода испарилась от жары. Так, ну и пойдем, короче, в Тра-ла-ла. Хочешь прокатиться, проплыть на лодочке, давай. И мы сейчас отправимся в Снежноград. Да, мы там еще последнее не осмотрели. Мы сейчас пойдем к Папирусу. В принципе, мне понравилось свидание с Сандайн. Находится перед комнатой с гаснущими фонарями. Это деревня Тем. Кто вообще такой этот лодочник? Странный он. Собака, которая кидает лед в море. Тут ничего. А вот они. Привет!
Эй, Шкет, как жизнь? Апчхи. Папирус, как ты терпишь такой холод? У меня нет кожи. Тогда почему бы нам не терпеть у Грилби? Потому что я ненавижу фастфуд. Но у тебя даже нет желудка. Нет, но зато у меня есть стандарты. И чё? Папирус, почему ты живешь в ледяной пустыне? Аренда дешевая. Серьезно? А разве ты не живешь в огромном доме? Да, но за него платит мой брат. А где твой брат берет деньги, чтобы платить за него? Все просто. Это загадка. Все просто. Я так рад, что вы с Сандайн теперь друзья. Вы двое подходите друг другу, как паста и огонь. Аренда дешевая и так далее. Так, позвоним Папирусу. Дзынь-дзынь. Снежноград, дом Папируса. Вот это слоган, да? Номер Ториэль. Никто не взял трубку. Вот сука, опять продолжает, не брать трубку. Коза это Ториэль. Игнорит меня. Привет, это не мой дом. Это просто крутой сарай. Ты называешь его крутосараем? Нет, я как-то до этого не додумался. Вот почему мы друзья, Андайн. Ты обогащаешь мою жизнь сарайными каламбурами. Это единственный каламбур, который я сделала, чувак. Как мило, что ты проверяешь мою почту вместо меня. Стоп, это не мило, это очень странно. Это почтовый ящик, переполненный прочитанным спамом. Так, понял. Ну все, кажется, мы с этими активностями разобрались. Теперь мы можем идти продолжать сюжет. Куда вы можете идти, Жаркоземья? Ладно, я думаю, это все. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, рассказывай друзьям и смотри другие видео на моем канале. Другие, которые не Undertale. Так что, пока. Тролла, никогда не бывает много хот-догов. К сожалению, это не так. Бывает много. Но не бывает много денег на покупку этих долбанных хот-догов. И не бывает много вместимости живота, которая вместит это много хот-догов. Приходи еще. Пока.